Так, вот, как я уже говорил, да, лучше такому воздействию, чтобы предшествовало 30, а то и 40 минут массажа, причем такого глубокого, достаточно жесткого, да. Если человек пришел после бани, например, после поилки, да, можно это время воздействовать сократить там, до 15-10 минут, да. Если вообще он просто прибежал откуда-то, хочет говорить, скоро, срочно, да, ну, просто там как-то хотя бы простучите его там, да, хотя бы там побейте. Вот, начнем с того, что, ну, самое эффективное это ладошку превратить в такую, ну, типа, вакуумный массаж, такую форму баночки, чтобы был такой хлопок. И как следует прохлопать вот эти вот места. Как я говорил про вибрацию, да? Или ударно-звуковая терапия, это вот как бы все вот оттуда. Далее, опять же, перед воздействием, ну, между массажем и воздействием, лучше всего еще и вдоль позвоночных пары вертебральных мышц, начиная с плечей, простучаться. Также смотрится по клиенту, кому-то достаточно легонечко, да, кому-то прям вот так вот. Таким образом, что? Мы растрясли его сочленение. Там их очень много, это же не только позвонок с позвонком, да. Во-первых, у позвонка еще отростки есть, да. Во-вторых, там реберное сочленение, ну там, не знаю, наверное, 5-6 вокруг каждого позвонка, еще дополнительных сочленений всевозможных. Почти похоже, как мы делали воздействие диагностическое, да. Тут мы просто начинаем его раскачивать, переводить в некоторое состояние. Блин, ты расслаблен, ты вообще хорошо, молодец, хорошо, классно расслабляешься. Привычка. Ставим руки, прижимаем вот так вот. А конкретно... Не на позвоночник, да? Нет, не на позвоночник, нет. Ну, кстати, да, вот опять же, на камеру скажу, что все наши методы без воздействия на остистые отростки. Ну, те, кто там давно этим занимается, знают, что... Ни в коем случае на них давить нельзя. Хотя в некоторых случаях там бывает такое воздействие. Ко мне приезжал из Якутии человек, он, знаете, что делал? Он вот так вот щупает, находит двумя пальцами это место. Ну и заменяет как бы второй молоток, инструмент молоток заменяет кулаком, да. И со всей дури вот так вот бьет. Люди орут, но, между прочим, 2-3 таких удара, и человек уходит. Но не буду судить чужие методы, да? Лучше не делать, сами не делайте никогда. Тем более пожилые люди, там остеопорозы могут быть. Главное не навредить. Да-да-да, этого закона Гиппократа никто не отменял. Соответственно, что мы делаем? Мы, во-первых, раскачиваем позвоночник так, чтобы он максимально в дальнейшем пришел в растяжимую форму, а именно по вертикали и плюс по спирали. То есть получается вот такое вот растяжение в обе стороны, да? Растянув. А, через простынь, потому что руки не должны ни в коем случае скользить. Это очень опасно. Можно даже не простынь, хотя бы, вот если в походных условиях, да, хотя бы вот салфеточку положить. Да, чтобы руки не скользили. Или там, ну, там, платочек носовой, да? Ну, а без масла скользить? Без масла тоже можно скользить. Там пот у человека выделяется, мало ли, может, вы там где-то. Случайно рукой лоб вытерли, да, и уже рука мокрая, и у вас соскользнуло. Это только может навредить. Ну, а чтобы было видно, не знаю, может, салфетку взять. Да, в принципе, видно же через просто. Да, то есть, смотрите, мы упираемся одной рукой, то есть мы раскачали специально, да? Упираемся вот в эту косточку. Угу. Гребень тут такой вот упирает. Вы его, ну, у вас проще будет нащупать. Не у всех он нащупывается. Вот, упираемся запястьем или вот бугром ладони вот этого, да? Большого пальца. Можно и даже вот в эту сторону переться, кому как удобнее, да? А второй рукой воздействуем на ребра, на межреберные... Реберно-позвоночное сочленение. Первое воздействие там, где идет уголок лопатки.
Вот здесь, да? Второе воздействие чуть пониже, вот где лопатка заканчивается. Потом еще пониже. Ну, четвертый, там, пятый раз, может, там, где вот заканчивается грудной отдел позвоночника, вот примерно здесь. То есть это все воздействие на грудной отдел позвоночника. Довели до максимального состояния. И потом надавили. Довели. Потом надавили. Вот уже там что-то щелкнуло, да? Вот. Я вам сейчас продемонстрировал медленно, да? Сейчас вы это все попробуете. А вообще, когда в работе, у меня это занимает одну минуту буквально. То есть тут сразу растряс. Уже руки поняли, где зажим, да? Я тут же максимально раз. И поменял, да? Опять же. Ну, потом мы меняем руки, на вот эту косточку оттягиваем назад от тела. То есть мы без позвоночника растягиваем. По диагонали. По диагонали, да. А другую вот так. На самом деле это не совсем диагональ, это как бы спираль вот так получается. А другую в эту сторону, на себя. Ну, кстати, вот зашел вопрос о том, насколько там у нас, у самих, да, у профессионалов, то вот этот прием хорошо на меня влияет. То есть я свой собственный позвоночник так вот поддерживаю тоже в процессе. То есть себя еще даже чуть-чуть останавливаю. Вот. И еще здесь небольшой нюанс. То же самое, не меняя рук, вы можете воздействовать не на верхний грудной отдел позвоночника, а на поясницу. То есть вы просто давите, усилие делаете в эту сторону. Понимаете? То есть я одной рукой чуть-чуть закрепляю, а сейчас давлю вот в ребра, да? А теперь наоборот, я этой рукой закрепляю его тело, а давлю сюда. И тогда щелчки вы услышите здесь, в поясничном отделе. Там вы уже не на косточке, понимаете? На косточке, мы давим на косточку, да, все так же, вот она. Упираешься. Вот где ямочка, это еще не косточка, косточка вот чуть выше, вот тут получается. Ну, у мужчин сантиметр, наверное, где-то 3 выше, у женщин там 5-7 сантиметров бывает. У них, вот у женщин, тазовые кости другие, гребень подвздошной кости прямо, ну, прям такой, как корона, что ли, вот так вот выпирает. Так что там даже проще нащупать. Вот, так, давайте для закрепления попробуем вместо с другой стороны. Это уже...